Ульяновске в шестой раз состоялось вручение литературной премии имени Николая Благова. В церемонии принял участие губернатор Сергей Морозов, по чьей инициативе в 2012 году была учреждена премия. Литературная слава, которой впервые добился Николай Михайлович Карамзин, продолжена выдающимися авторами Гончаровым, Языковым, Давыдовым, Минаевым, Садовниковым. В 20-м столетии главной звездой литературы небосклона нашего региона по праву стал Николай Николаевич Благов. Лауреат государственной премии. Один из известнейших и признанных поэтов второй половины 20 века. Именно он поражал масштабностью, народностью, нравственной глубиной. В торжественном зале Дворца книги на столь знаменательное для творческой интеллигенции мероприятие собрались ульяновские писатели и поэты, продолжатели благовских традиций. С 2017 года премия изменила свой формат, она стала межрегиональной, потому что Благов – поэт волжанин. Мы живем на Волге, к нам присоединились еще и другие регионы Поволжья. А в этом году у нас приняли участие, правда, только саратовцы. Вот, но мы надеемся, что участников будет больше, премия будет шириться, расти. Свидетельство лауреата премии в номинации «Край мой на Волге» получила Елизавета Мартынова, поэт и член Союза писателей России. На суд-жюри она представила сборник стихотворений «Воздух дороги». Елизавета Сергеевна является главным редактором журнала «Волга. 21 век». Когда-то этим журналом руководил Николай Благов. Мне хотелось бы пожелать организаторам премии дальнейших успехов в поиске талантливых авторов из разных регионов нашей страны, еще большего расширения границ премии и чтобы ваш замечательный город всегда был центром протяжения для творческих людей. В номинации «Художественное мастерство и верность традиции» лауреатом стала Мария Богдан за книгу «Звезды на ладони». Мария пишет с 12 лет, но это ее первый поэтический сборник. Книга получилась хоть и небольшая по объему, но я вложила в нее на самом деле всю свою душу и надеюсь, что читатели, до которых она дойдет, это почувствуют, оценят и как-то воспримут правильно. Общий призовой фонд премии в этом году удвоили. Он составил 200 тысяч рублей. По словам губернатора, в следующем году он вырастет еще на 100 тысяч. А географию участников значительно расширят.